Лепшие пожарные и санитарные дружины в области вызначаются у Могилеве. 23 команды из района Могилевщины приехали в областный центр, каб вызначить пераможцу. Санитарным дружинам придется пройти целых 6 этапов. Это и проверка теории, например, тесты по истории створения и деятельности Червоного крыжа, и практичные задания. У приватности, жаночие команды повинны пройти химичный этап с погрузкой потерпелого у транспорт. Минулогодний лидер, санитарная дружина, якая представляет Крычевский цементный завод, яны принимают удел и сёлета. Сярод традиционно моцных команд предприемства «Могилёвхим волокно» и «Бабушкина крынка». С поборницей пожарных дружин идут параллельно, яны змагаются у переодолении полосы перешкода, так само у эстафете. Менавіта тут самый видовищный момент и накал борьбы. Удалось? Конечно, все получилось, как хотели. Да, без ошибок, все хорошо. Будем стараться дальше.